Приветствую всех любителей литров крови, с вами Рашна Линзука, это онлайн-мясо по игре Mortal Kombat. И сегодня у нас собрались самые техничные бойцы вселенной. Итак, у нас в комнате находится Камран Мясо, Смог 1990 Пассат, Девил Кратос, точнее Девил 666 Кратос, в общем какой такой ник жестокий такой, Каменский и Наркобарон 460, и мы начинаем мясо! Сейчас я буду бить больного наркобарона. Так, надеюсь, мы начнем. Что-то у меня подлагивает выбор персонажа. Кстати, вот, у нас сейчас... Короче, я выбираю всех по очереди, у меня сейчас Кванчи на очереди. Блин. Придется драться одинаковыми персонажами. Мне осталось только Кванчи, и там после него что-то там идет. И все. Ой, блин. Да, лаги такие вот. Я сейчас встал парочку из группы. Вроде нормальный хинитанок был. Да он что-то казак, то заебатый, то резко хреновый. Сейчас Пунджайский, кстати, тоже что-то начинает подкрамывать. Хреново. Игроков, видать, больше становится. Да наоборот, игра популярности вроде не теряет. Напали. Кстати, ребят, пока раз уж мы сегодня собрались все с гарнитурами, можно немного обсудить сериал. Надеюсь, все посмотрели. Legacy 2. Выскажите пока свое мнение, что ли. Ой, нет, я еще не смотрел. Мне больше всего понравился Геншин, по-моему, самый оригинальный канон. Ну, как бы, в плане сюжета оно может быть все какое-то такое, ну, то есть, в плане сценария не самое крутое, а вот в плане постановки, по-моему, все очень круто сделано. Да, там драк, ну там, да, блин, как это там же там сделать, это вообще пипец. Ну и постановочка драки, конечно, не да, получше как-то вышло. Шматчение более-менее соответствующее, я так думаю. В общем, такой выебанки получится там. Вот. И если кто помнит, вот помните момент, когда старик впаривал, короче, тему Кенши про меч Сенто. Вот. Эта тема была, если меня слушаете, она была в эйдинге, в концовке, в части Mortal Kombat Смертельный Альянс, если кто помнит. И этот старик оказался Шансунг. А ну вот да, этого не упоминалось, я сразу об этом вспомнил. И именно это не упоминалось, поэтому вот в этом моменте нужно быть внимательным. Как бы очень все это интересно. Эх, все продвое, не умею я Куан МЧи играть. А, блин. Буду наблюдать за поединками. Это год, высый год. Так, друзья, ну пока у нас перерыв сейчас между боями. Отпишите в комментариях, я обращаюсь сейчас к зрителям, кто посмотрел сериал, отпишите свое мнение, какие-то свои впечатления о сериале Mortal Kombat Legacy сезон 2. Очень странно, что он очень быстро как-то так выложились несколько серий, и все как бы. Что-то дальше будет просто интересно. Я думаю, что тянуть-то было. Да, но у нас выходит на арену Камран Мясо. Ты не думаешь, что это проблема особо? Для такого типа. Камран у нас очень активно участвует во всех видосах, связанных с Mortal Kombat. И в вечернем трёпе он неплохо поиграл. Камран, что-то знакомо не по нику, а по имени вроде в группе. Ну да, вроде, у него раньше был ник S321, а теперь он стал Камран называться. Вот тот, кто играет за Смок, в принципе, хороший выбор против Кабала. Очень хороший выбор. Ты имеешь в виду Наркобарон, очень хороший игрок.
Не-не, я про то, что... Про то, что нет, когда берут Капала, лучше, конечно, убрать Смоука. Или Джакса. Ну или вообще просто зонера такого. Нормального, как Титану какой-нибудь. Я не знаю, что такое зонер. Я знаю, что такое зэк, но не зонер. Ай, блин, ну... Твою мать, не могу я. Ну, смог это зонер и антизонер. А Кабал скорее просто зонер. То есть они на разных зонах сидели? Вообще... Кабала это вообще опция, блин. Это же, задротить Кабала, да это маньяк. Да твою мать, у меня Клаус перестанет. А, нет, не Клаус перестанет. 2-0, Аркрабарон что-то сегодня тоже опростоволосился. Ну как тоже, он же меня-то заколбасил. Народ забывает, народ забывает менять карты. На этой карте пиздец какие лаги. Ну, кстати, сейчас вроде прилично было. Как там, ну непонятно. Картинку, ну, я знаю, что как бы там, да, в группе Mortal Kombat расписано, что там типа вот в каких-то картах вообще лаги, там тыры-пыры. Вот. Ну как-то так вот на самом деле на радость получается, и хрен просышь. По-моему, лаги все-таки зависят не от карты, а от игроков в большей степени. Ну, это смысле, да, но просто статейка была еще выкладывалась на сайте Tester Might, это американский сайт, вот там топовые игроки делятся там своим мнением по играм, вот по файтингам, да, в том числе и Mortal Kombat, и они там также вот комментируют, говорят там на каких локациях, как бы в онлайне более-менее, как бы это, вот как, да, допустим, вот где Кратос. Вот карта Кратоса, она вообще запрещена, она забанена, так же, как и сам персонаж. Потому что она трясется, и это мешает балансу игры. Вот. Ну здесь-то понятно, здесь-то пофиг. А нам так, этого не понять. Официальный турнир. Люк Янг, блин. Баланс игры. Да, ты нарушил баланс игры, ты должен уйти. Так, кто там у нас вышел-то, кстати, я что-то не прочитал. А, Смок Пассат вышел, понятно. Будешь восстанавливать баланс мяса. Show me what you can do. Ой, а чё это у нас? Нет, он разошёл. Зеркальный бой. Ну что, у кого-нибудь Люк Янг перешел на темную сторону силы? Ой. На этой арене тоже лучше не играть. Красава. Ой, что это такое? Игровая сессия десинхронизировалась. И что это значит? Значит, что, по-моему, полный капец мясу настал. Не должно быть такого. Да, друзья, к сожалению, на этом серия завершается, потому что нас полностью десинхронизировало и выкинуло хрен знает куда.